Легендарный Диего Марадона стал частью нашего футбола. Кумир миллионов подписал контракт с брестским «Динамо». Теперь аргентинец – председатель правления белорусского футбольного клуба. В своем инстаграме Диего Марадона написал, что будет руководителем и поблагодарил за доверие. Цитата: «Это для меня достижение». Информация появилась и в твиттере брестского «Динамо». Аргентинец подписал контракт на 3 года. Марадона будет заниматься вопросами стратегического развития клуба, также взаимодействовать с его структурными подразделениями, включая детскую академию «Динамо Брест». Футболист приступит к своим обязанностям сразу после окончания чемпионата мира в России. Ну а сейчас эксклюзивные кадры агентства теленовостей, которые сняли сразу после подписания соглашения. I am coach Динамо Брест. My love. Марадона является величайшим футболистом мира и востребован даже после завершения карьеры. После ухода из Эль-Фуджейра клуб представляет Объединенные Арабские Эмираты. Аргентинец получил предложение с Турции, Кувейта и Аравии, но выбрал Беларусь. Интересен и тот факт, что Марадона и брестское «Динамо» – ровесники. Клуб и великий футболист появились на свет в 1960-м. 22 мая в Абу-Даби пройдет пресс-конференция Диего в новом статусе. У Диего существует ряд обязательств на данный момент, текущих и контрактов, поэтому физически присутствовать в Бресте постоянно, конечно же, он не сможет, но он намерен погрузиться в структуру клуба, посвящать этому большое количество времени для того, чтобы разобраться, для того, чтобы уделить внимание всем структурным подразделениям. Может быть, Марадона сумеет разбудить наше спящее футбольное болото, честно говоря. Я думаю, что с ним будет весело, потому что, во-первых, люди, конечно, будут ходить на футбол для того, чтобы просто увидеть Марадону. Это один из лучших футболистов за всю историю существования этой великолепной игры. Поэтому я думаю, что это очень хороший пиар-ход. Футбольные подвиги Марадоны известны каждому болельщику. Это Кубок мира 1986-го и великолепные голы, и даже знаменитая рука Бога, мяч забитый не по правилам. Гений и злодей Марадона одной своей принадлежностью к Бресту, несомненно, добавит интриги к чемпионату Белоруссии.